Чтобы получить сертификат или удостоверение о повышении квалификации после посещения конференции, нужно пройти итоговую аттестацию. Для этого авторизуйтесь на образовательной платформе U-Ride. Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу и перейдите в раздел «Онлайн-конференции». На открывшейся странице выберите нужную конференцию. Ниже вы увидите задание итоговой аттестации. Она состоит из двух блоков – тестирования и дополнительных заданий. Оба блока являются обязательными для выполнения. Нажимаем «Пройти тест». В открывшемся окне вы увидите вопросы тестирования. Когда вы даете ответ на вопрос, его номер сверху страницы окрашивается в серый цвет. Когда все ответы даны, нажмите «Получить результат». Для выполнения заданий из второго блока выбирать задание не нужно. Повторите действия, о которых говорится в задании. Например, посмотрите любое видео в курсе или учебнике, в котором есть такая функция. Под текстом задания есть ссылка на видеоинструкцию, которая подскажет порядок действий, которые нужно совершить для выполнения задания. Система сама отследит цифровые следы ваших действий на платформе, и если все сделано верно, то вы увидите галочку напротив задания «Его выполнение засчитано». Если вы прошли тестирование с результатом более 50% и выполнили все дополнительные задания, то вы увидите кнопку «Получить УПК» или кнопку «Получить сертификат». Нажмите на нее для получения удостоверения о повышении квалификации или сертификата. Если какое-то из условий не выполнено, то вам будет доступна справка о прохождении курса.